өзіңді қақ кез тегіз бейтру көмек керек десе шықру адам болғасын шек бүген тұлу шеңіз біз есебін білесіз әркес сұң болады айтар келес көртіңді бірақ қайтпай көзіңе шыққу күрегің ояу сенді мұң ол болсын
Здравствуйте, дамы и господа! Привет всем командам, всем тем, кто присутствует на трибунах и всем тем, кто смотрит прямую трансляцию в сети интернет. Мы рады приветствовать вас в городе Атырау на матче, очередном матче национальной лиги, и где встречаются команды баскетбольный клуб «Барса Атырау» и команда «Актюбе» из одноименного города. Вашему вниманию составы команд. Начнем, как всегда, с гостей команды «Актюбе». Номер 1 – Джай Уильямс. Номер 5 – Константин Нев. Номер 7 – Байназар Омаров. Номер 10 – Борис Насмудинов. Номер 11 – Кайрат Утиген. Номер 20 – Василий Петришинец. Номер 21 – Никита Лытых. Номер 24 – Александр Папшев. Номер 29 – Сергей Барматенков. Номер 35 – Марат Адельхан. Номер 55 – Шакир Смит. Главный тренер команды Арсен Телюов. Ну а прямо сейчас, под громкие аплодисменты местной публики, я объявляю состав команды «Барсы Атырау». Номер 0 – Акылбек Оралбеков. Номер 2 – Марат Абад. Номер 3 – Гарет Джарвис. Номер 8 – Владимир Иванов. Номер 11 – Грег Джамаури. Номер 13 – Рахат Таукен. Номер 14 – Ванте Хендрикс. Номер 34 – Махамбет Казимов. Номер 55 – Богдан Рабченюк. Номер 74 – Мирей Уапов. Номер 77 – Рамазан Самсин. И номер 95 – Тимур Тангиев. Главный тренер команды «Барса Атырау» Тигран Гикчан. Ассистент главного тренера Александр Лысяк. Вашему вниманию состав судей сегодняшней встречи. Старший судья, судья ФИБА, Рулев Александр. Первый судья, судья ФИБА, Никогасян Яна. Второй судья, судья высшей национальной категории, Рыскулов Адилет. Комиссар сегодняшней встречи, Шкурков Александр Семенович. Ну а теперь, друзья, прошу всех встать. Равнение на флаг. Звучит гимн Республики Казахстан. Спасибо командам, спасибо зрителям. Прямо сейчас клубам предоставляется трехминутная разминка.
Ну а покуда команды разминаются, я напомню всем присутствующим в зале о том, что сегодня мы, как и всегда, на домашних играх баскетбольного клуба «Барса Атырау» будем разыгрывать ценные призы и подарки от нашего фирменного магазина, который находится на первом этаже. Если вы еще в этот магазин не заглядывали, настоятельно рекомендую вам посетить этот магазин, выбрать что-нибудь для себя, то, что вам подходит, и обязательно это приобрести. Ну а сегодня, как и всегда, в перерыве между второй и третьей четвертью мы разыграем классные подарочки для наших болельщиков. Так что, друзья, давайте будем болеть как следует, и пусть сегодня победят «Барсы Атырау». Ну что, местная публика уже наверняка ждет начала этого поединка. Так давайте, друзья, начнем его вместе. Внимание на экраны. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали!
Привет, друзья! Привет всем тем, кто находится сейчас на прямой трансляции здесь, на YouTube-канале казахстанского Казахстанской национальной баскетбольной федерации. Всех приветствую! Привет вам из города! Из города Атырау, где местный клуб, команда Барса Атырау, принимает во втором ответном матче команду Актюбе из одноименного города. Ну что, друзья, по традиции давайте сразу поговорим о составах команд. Мы видим, что, ух, какая неплохая попытка была от Тимура Тангиева сейчас заработать 3 очка для своего клуба. Барс пока что лидирует. Ну вот сейчас Константин Неп 3 очка зарабатывает для команды Актюбе, выводя свою команду вперед. Сегодня команда Актюбе играет в светлом, команда Барса Атырау играет в темном. Ну, давайте поговорим о составах, как собирались это сделать. Начнем с гостей, с команды Актюбе. Номер 1 Джай Уильямс, номер 5 Константин Неф. Он недавно отметился 3 очками. Вот сейчас еще 2 заработал для своего клуба. Пока что никто из команды Актюбе очков не зарабатывал, кроме Константина, который, кстати, во вчерашнем матче был признан лучшим игроком. 2 очка Гарри Джарвис. Ну, давайте вернемся к составу команд. Номер 5 Константин Нев, как уже сказал. Номер 7 Байназар Амаров. Номер 10 Борис Насмудинов. Номер 11 Карат Утиген. Номер 20 Василий Петришинец. Номер 21 Лытых Никита. Номер 24 Папшев Александр. Номер 29 Сергей Барматенков. Номер 35 Адильхан Марат. Номер 55 Шакир Смит. Главный тренер команды Арсен Тельвов. Ну а теперь давайте поговорим о составе команды Барса Атырау. Номер 0 Акылбек Оралбеков. Номер 2 Марат Абад. Номер 3 Гарри Джарвис. Номер 8 Владимир Иванов. Номер 11 Грег Джамаури. Номер 13 Рахат Таукен. Номер 14 Ванты Хендрикс. Номер 34 Казимов Махамбет. Номер 55 Богдан Рабченюк. Номер 74 Мирей Уапов. Номер 77 Рамазан Самсин. И номер 95 Тимур Тангиев. Главный тренер команды Тигран Гичан, и ассистирует ему Александр Лысяк. Вот такой состав у обеих команд на сегодняшний матч. Напомню, что во вчерашнем поединке команда Барса Атырау оказалась немного, но сильнее команды из Актюбе. Посмотрим, как сегодня сложится событие, посмотрим, как сегодня сложится игра. Во всяком случае, уверен, что команда Актюбе полна решимости сегодня взять реванш, но команда Барса Атырау наверняка будет пытаться закрепить свое преимущество. Ну, пока что гости впереди. 9-4. О, какой хороший дальний бросок. Богдан Рабченюк. 3 очка для своей команды зарабатывает. И делает счет 7 против 9. Начинается атака. Шакир Смит. Кстати, тоже вчера там неплохо выглядел этот парень на площадке. Хороший наброс под кольцо. Находит Джая Уильямса. И ничего не остается Джаю с его ростом, кроме как просто положить мяч в корзину. Казалось, что особого сопротивления от защитников команды Барса Атырау в этом эпизоде Джай Уильямс не почувствовал. Но ровно как и сейчас в данном эпизоде Грег Джамари, который забивал под кольцом. Хороший дальний бросок и еще одно попадание. Шакир Смит, 3 очка. Вот это да, вот это стартовый запал команды Актюбе. Видимо, после вчерашнего проигрыша Арсен Тельвов нашел, что сказать командам. И подбодрил как следует перед началом поединка. И вот Актюбе рвется теперь вперед. Команда Барса Атырау берет тайм-аут для того, чтобы понять, что же делать сейчас с таким стартовым напором от команды Актюбе. Но я думаю, что Тигран Гичан найдет, что сказать своим игрокам, как подстроить игру, потому что, ну, думаю, наверняка до начала этих встреч все возможные и невозможные схемы были разобраны. И сейчас найдут, что делать с этим стартовым напором команды из Атырау.
Но также хочется верить, что команда из Актобе сейчас подчеркнет свои сильные стороны и не даст возможности атырауской команде выйти вперед. Продолжается поединок. Команда Барса начинает атаковать. Тимур Тангиев разгоняет атаку. Отдает пас на Богдана Рыбчуника. Но он сейчас с мячом. Сейчас Махамбет Казимов немного смещается. Тимур Тангиев. Рыбчунюк. Пытается Богдан накрутить Шакира Смита. Не удается. И при помощи Василия Петришинца сейчас... О, прошу прощения, Сергея Барматенкова. Сейчас мяч отбирают. Неплохая перепасовка. Джай Уильямс не смог мяч удержать. Перехватывает Барсы. Гаррет Джарвис рвался вперед. Отдал. Все-таки отдал, не пожалел. Отдал мяч на Тимура Тангиева. И Тимур очень здорово мяч в корзину отправил. Два очка для своей команды заработал. Не прорывается сам. Возвращает обратно на Александра Папшева. Есть перепасовка. Грег Джамаури сам борется против высоченного Джая Уильямса и вынуждает Джая валить. Два броска сейчас Грег Джамаури проведет. Вчера мы видели, что также в начале поединка очень часто фалили на Греге. Мы это связывали с тем, что Грег довольно рослый и тяжелый игрок, поэтому очень сложно играть против него чисто, тем более, когда игра происходит под кольцом, когда нужно немного потолкаться. Не удалось выжать максимум из этой штрафной серии, лишь одно очко удается принести Грегу Джамаури для своей команды. Ну, друзья, я вот недавно говорил, мы вчера обсуждали, да кто мы? Мы — это я и наши зрители, те, кто активно себя вел в Ютубе. Я напомню для всех тех, кто еще не знал, что организаторы данной трансляции разрешили нам общаться в Ютубе, в нашем чате. Обратите внимание, справа от окна с видео есть чат, обязательно напишите туда, за какую команду вы болеете, в каком городе вы находитесь. Вижу я, друзья, ваше сообщение по поводу правильного лога к тебе. Обязательно передадим ваши замечания режиссеру нашей трансляции. Вижу также, что к тебе тренером женщину вроде была. Да, действительно, Елену Шакирову также вчера вспоминали на трансляции. Сейчас главным тренером числится Арсен Тель. Упоминал он сегодня и вчера, собственно, и до этого на нескольких матчах выводил команду к тебе на площадку. И под его руководством тоже довольно неплохо смотрятся игроки актюбинского клуба. Актюбе вперед! Вижу такой комментарий. Есть на все-таки болельщики, которые болеют за команду, которая сегодня выступает в светлой форме. Большой привет в этот прекрасный город. Надеемся, что не только один человек смотрит прямую трансляцию. Если вы болеете за клуб Актюбе, обязательно напишите об этом в комментариях на Ютубе. Ну и, конечно, такая же просьба к тем, кто болеет за команду Барса Атырау. Обязательно напишите об этом в нашем чате. Мы должны знать, что болельщики и одного, и другого клуба присутствуют на нашей трансляции. Ну а тем временем Марат Адильхан совершил пробежку, судьи это зафиксировали, отдали мяч команде Барса Атырау, и вот Гаррет Джарвис сейчас будет разгонять атаку своей команды. Отдает пас на Тимура Тангиева, очень здорово смотрится этот парень в начале поединка, но вот не дали ему сейчас набирать очки. Шакир Смит сам решил, но нет, буквально из самого кольца Владимир Иванов. Мяч достал. Хотели быструю атаку сейчас организовать команду Барса Атырау. Им это не удалось. Так и стеной стали защитники клуба Актюбе, не дав пройти
быстрому Гарету Джарвису, капитану команды Барса Терал. Вот так, насколько бы высоким не был Джай Уильямс, сейчас под кольцом и эту опасность смогли нивелировать защитники. Ну что говорить, мы с вами смотрим Каз Баскет, это национальная лига, здесь все профессионалы. Так что каким бы высоким и каким бы не был игрок, защита всегда будет работать профессиональнее, если им повезет. Ух, какой хороший дальний бросок от Махамбета Казимова. К сожалению, для тараусских фанатов оказался неточным. Бежит вперед 10-й номер Борис Насмудинов. Разгоняя атаку команды Актюбе, ничего не удалось из этой атаки заполучить. Ну, надеемся, что в следующей атаке команда из Актюбе сможет более результативно использовать свои шансы. Богдан Рабчинюк. Теперь он выполняет роль разыгрывающей своей команды. На площадку вышел Грег Джамаури, значит, стоит ожидать борьбу под кольцом. Но также на площадке появился вот этот парень, который на ваших экранах. Комплименты для Барбера, которого мы уже вчера отпускали. Номер 14, Ванте Хендрикс. Именно на нем Василий Петришинец совершил фол. И сейчас один бросок Ванте будет исполнять. Есть попадание. Два забита, плюс один со штрафного. Итого три. И уже всего-навсего одно очко разницы между командами у нас на табло. Хороший дальний бросок. Неплохая попытка. Но, во всяком случае, за смелость стоит Борису Насмудинову отсыпать комплиментов. Потому что с такой дистанции бросать, я думаю, не каждый бы осмелился. Ну а почему нет? Почему нет? Если есть такая возможность, нужно бросать. А там уже дело случая. Попал, не попал. Это, как говорится, баскетбольные боги рассудят. Пускай, если защита дает такую возможность, ей нужно пользоваться. Вижу, друзья, ваши комментарии в Ютубе. Астана вперед, так тебе... Вперед вы лучше, Астана вперед, вперед Астана, Алга Астана, строк за Астану болеет. Похоже, наши все зрители, видимо, перепутали трансляции. Друзья, здесь сегодня играет команда Барса Трав против команды Актюбе. Здесь не команда Астана Академии, нет. Ни в коем случае. Всем привет, выпускайте Петришинца, за него болею. А, вот он уже тут, сразу же комментатор исправился. И да, есть такой игрок Василий Петришинец. И да, он сейчас на площадке. Сейчас доберется ли до него мяч? Похоже, что нет. Решает сам в атаку при помощи Джая Уильямса идти Константин Нев. Ничего из этой атаки актюбинцы не смогли заполучить. Счет равный 19-19. Хендрикс. Ой, Иванов. Дальний бросок. Не точно. Продолжается борьба за мяч. В итоге мяч оказывается у команды, которая сегодня играет в светлом. Команда Актюбе. Вот как раз сейчас пытал счастье Василий Петришинец. Кольцо не попал. Ах, вижу, друзья, ваши комментарии. Нет, никто не перепутал, болея за Астану. Наперед болеем, пишут соперники. Болеют также за Сергея Барматенкова. Верим в Сергея, верим в Актюбе. Есть даже зрители из Кызылжара, болеют за Астану. Ну, хорошо, пожалуйста, это ваше право. Но хорошо, давайте тогда немного переиначу свой вопрос. Если у нас много болельщиков, те, которые болеют за Астану, то в этом данном поединке между командами Барса Атарау и Актюбе предпочтение какой команде вы отдаете? Напишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Петришинец
Марат. Хороший дальний бросок в исполнении Бориса Насмудинова. Не точно. Джай сейчас пытался, но за попытку очки не засчитывает. Не насчитывает, не начисляет. И, увы, ни единого очка из этой атаки команда к тебе не получила. А получила только ответную опасную атаку, в которой в завершающей стадии Ванте Хендрикс, увы, оказался не у дел. Здорово Константин Нев разыгрывает. Наткнулся он на фол от Богдана Рабченюка. Хороший дальний бросок от Константина Нефа. Помешали ему совершить этот дальний бросок. А значит, три штрафных от пятого номера команды Актюбе мы сейчас увидим. Итак, друзья, давайте, покуда Константин Неф исполняет свою штрафную серию. Первый, кстати, промахнулся. Давайте посмотрим. Предпочтение отдают Астане. Астана играет только в ВТБ, Астана Академия играет в Нацлиге. Да, вы совершенно правы, тут не поспоришь. ЖБ Астана, что это такое? Женский баскетбол, видимо, Астана болеет за женскую команду. Ну что ж, почему бы и нет? Сегодня Астана проиграла 3 очка Оренбургу. Вот такие есть комментарии. Ну а тем временем у нас очередная пауза. Первая четверть у нас подошла к концу. Команда Актюбе пока что проигрывает команде Барса Атырау. Всего лишь 2 очка, 22-20. Уходим на небольшой перерыв. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт Министрлігі, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Ну что, мы возвращаемся сюда, на прямую трансляцию. На ваших экранах судейская бригада была. Рулев Александр, Ян Микогасян и Рыскулов Адилет. Именно эти судьи обслуживают сегодняшний матч в городе Атырау. За всем за этим наблюдает строгий комиссар игры Шкурков Александр Семенович. А это значит, что сегодня все будет честно, все будет по правилам. Во всяком случае, вчера вопросов к судейской бригаде не возникало. Начинается вторая четверть. Друзья, вижу ваши комментарии. Комментатор топ, комментатор легенда от души. Большое спасибо всем комментаторам. Все комментаторы в интернете, которые оставляют комментарии в Ютубе, вы тоже топ, вы тоже просто красавчики. Ровно как и Владимир Иванов, который в прошлом эпизоде очень красиво забил сверху. Рассыпался я в комплиментах. Упустили мы момент с Владимиром Ивановым, но вот этот момент не позволим заиграть с Джаем Уильямсом, который сейчас тоже зарабатывал очки для своей команды. Грег Джон Маури, Ванте Хендрикс. Но это уже бросок был совершен после свистка судьи. И Сергей Барматенков вводит мяч в игру. Разыгрывает с Константином Нефом. Шекер Смит. Что будет делать Смит? Снова передает на Нефа. Константин пытается бороться с Владимиром Ивановым. Перебросить этого опытного, высоченного игрока команды Барса Атырау очень сложно. Шекер Смит.
уже как будто бы заваливаясь, производил бросок. Оказался не точен, все-таки сбили ему немножечко прицел в этот раз. Сейчас Ванте Хендрикс немного фалил. Сергей Барматенко готовится ввести мяч в игру. Шакир Смит. Барматенко. Кому же отдаст Сергей? Много вариантов. Он возвращает мяч Смиту. Смит сам прорывается и уже хотел отдавать на Уильямса, но сделал это довольно поздно. Нарушать правила. Команда Барса Трау. Мяч сохраняется у кубинского клуба. Константин Нев сейчас толкается с Ванте Хендриксом. И в борьбе сейчас потеряли мячик тюбинцу. И Хендрикс не зарабатывает 2 очка, но зарабатывает штрафные. Подбадривает его игроки клуба Барса Терау. Говорят, что нужно успокоиться. По всей видимости, нешуточные страсти кипят сейчас на площадке между этими игроками. Я имею в виду Василия Петришинца и Ванте Хендрикса, героев прошлого эпизода. Тем не менее, Ванте. Два очка для своей команды заработал. И все еще мяч остается у команды Барса. Мирей Уапов с мячом. Знаем мы, что Мирей также успел поиграть за команду Актюбиен, хотя являлся воспитанником клуба Барса Трау. Сейчас снова вернулся, можно сказать, в родные пенаты. И вот играет за свой старый новый клуб. И, кстати, друзья, касательно старого нового, для тех, кто празднуют разного рода праздники по старому календарю. Сегодня Старый Новый Год, если я не ошибаюсь. Всех с праздником причастных. Всего в этом баскетбольном году, в этом баскетбольном сезоне. Давайте пожелаем победы вашей любимой команды. А за какую команду вы болеете? Какая команда ваша любимая? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И также не забудьте поставить лайк под этим видео. Очень важно видеть большое количество лайков. Это подбадривает и придает сил режиссеру нашей трансляции делать картинку ярче и сочнее для вас. Хороший бросок, даже несмотря на то, что сейчас мешали некоторым образом болельщики в зале. И сейчас пытаются вывести из себя Шакира Смита, но посмотрим, получится у них это или нет. Нет, стальные нервы 55-го номера команды Актюбе остались непоколебимы. Гарри Джарвис. Иванов. Уапов. Снова Джарвис. Дальний бросок. Не попадает. Мяч заметался сейчас под кольцом актюбинского клуба. На подборе сработал Шакир Смит. Сейчас неплохая распасовка. Прорвался под кольцо, казалось бы, Александр Папшев, но сделал уже это после свистка. Вижу, друзья, ваши комментарии. Есть болельщики РТШ. Есть болельщики персональные Захара Медовского. Не знаю, откуда они взялись. Ну, ладно, соглашусь. Медовской Захар, будущий фаворит ВТБ Лиги. Ну, что ж, привет Захару, если вдруг он посмотрит это видео. Знай, Захар, у тебя есть персональные болельщики, которые сейчас находятся на трансляции. Тем временем Гарри Джарвис с Владимиром Ивановым разыгрывает на трехочковой дуге. Дальний бросок от Гаррета. Уже несколько попыток Гарри Джарвис совершил. Совершил несколько попыток забросить с дальней дистанции. Ему это не удалось. И сейчас чуть было на противоходе. Команда Барса Атерал не поймала. Клуб, который сегодня играет в светлой форме. Махамбет Казимов
рвался под кольцо. Но видно было, что сам Махамбет, можно сказать, шел на этот фол, подставлялся. Не идет мяч в кольцо. Команда Барса Трау, ровно то же самое можно сказать и про команду Актюбе. Некое затишье в этом плане сейчас в нашей игре. Ну, обязательно после затишья, как мы знаем, бывает буря. Хочется не упустить этот момент, когда игра раскроется. Ну, на самом деле, сказать, что... вот он, Владимир Иванов, добавляет перцу в нашу игру, тем самым немного пробудив, если вдруг болельщики задремали. Владимир будет местную публику. Вот уже второй раз 4 очка за последние, я думаю, секунд этак 10-15. Владимир Иванов, 8-й номер команды Барса Тырау, заработал для своего клуба, выведя его вперед как раз-таки на 4 пункта. Счет 30-26. Команда Барса Тырау пока что впереди. Тем временем замены произошли. В команде Барса Тырау покинули площадку Ванты Хендрикс и Махамбет Казимов, а появились Грег Джамаури и Тимур Танги. Посмотрим, как в этой связке будут действовать баскетболисты. Команде Актюбе площадку покинули Сергей Барматенков, появился Василий Петришинец. О-хо-хо. Еще. 2 очка для Владимира Иванова. И тайм-аут берет команда Актюбе. Совсем скоро закончится та самая минута, отведенная на тайм-аут для команды Актюбе. Давайте-ка почитаем ваши комментарии. Барсы, только победа. Хороший комментарий от болельщиков команды Барса Тырау. Да, умеют болеть в этом городе, любят очень баскетбол. Мы всегда видим, что собираются полные трибуны на матче национальной мужской лиги. Еще бы. Ведь команда Барса Тырау из сезона в сезон показывает неплохие результаты. И в этом розыгрыше у этой команды есть шанс. За отсутствием, конечно, команды Астаны, которая в этом сезоне выступает в команде. В Лиге БТБ. Вместо нее выступает Астана Академия с молодыми баскетболистами. Есть шанс более опытной команде Барса Тырау взять чемпионство, но я думаю, что болельщики клуба «Ирбис» из Алматы с этим обязательно будут спорить. Да. Уже не так много остается до того времени, как команды начнут игры плей-офф. Давайте, друзья, попробуем погадать, какие же команды окажется в финале. Как вам такой финал? Ирбис, Барсы? Или же есть команды, есть болельщики команды Актюбе, которые поспорят с тем, что команда Барсы или команда Ирбис смогут дойти до финала розыгрыша чемпионата? Конечно, я с ними полностью согласен. Хотелось бы видеть и другие команды в финале, но пока что... Пока что финал многим любителям газбаскета видится именно таковым.
Что же касается меня, да, в финале хотел бы видеть любую команду, а ведь любое изменение в многолетнем лидерстве команды Астана уже будет выглядеть чем-то интересным и чем-то интригующим на следующий сезон. Итак, тем временем Барса Трау в атаке. Хороший дальний бросок от Тимура Тангиева. Не попадает. Тимур не точен в этот раз. Судьи дают свисток. Правила нарушали команда Барса Терао, именно Грег Джамаури. А к тебе вперед и только победа. Тамбов с вами. Вот такой комментарий есть у нас на Ютубе. Из Тамбова смотрят товарищи нас. Нашу прямую трансляцию. А еще вот такой вопрос есть. Как думаете, кто будущий игрок из Астана Академия ВТБ? Хороший вопрос. Давайте переадресуем его нашим комментаторам, друзья. Поскольку сегодня у нас на трансляции много болельщиков команды Астана. По всей видимости, вы также хорошо знакомы с командой Астана Академия. Напишите в комментариях, кто, по-вашему, будущий игрок из Астаны Академия, кто перейдет в ВТБ-лигу. Вижу также, друзья, ваш ответ на мой предыдущий вопрос. Ирбис Барса за первое и второе место. За третье место будет Актюбе с Таболом бороться. Ну что, скажу, что вполне реальный прогноз. Если вдруг среди наших болельщиков, среди комментаторов, которые смотрят эту трансляцию, есть другие мнения, обязательно напишите в комментариях. Будет интересно послушать. Кто же, по-вашему... Как, по-вашему, сложатся игры в плей-офф? Ну, друзья, да, на самом деле, до игры плей-офф еще много чего может произойти. И давайте не будем сбрасывать со счетов команду Астана Академия. Все может быть. Возможно, кто-то из топовых игроков, которые сейчас выступают за основную команду Астана в ВТБ-лиге, тренерским составом будет возвращен в национальную лигу. И тем самым Астана Академия усилится и под занавес сезона, а то и в играх плей-офф, покажет совсем другой баскетбол, нежели в текущем розыгрыше чемпионата. Тем временем к тебе атакует Джай Уильямс. Не удается забросить ему мяч в корзину. Далее следует атака баскетбольного клуба Барса Трау. Заканчивается она ничем. Заканчивается она тем, что мяч оказывается в руках у главного тренера команды Барсы, Тиграна Гикчана. Ну и чем-то недоволен армянский специалист. Так, покрикивает, жестикулирует в направлении своих игроков. Явно не нравится, что при такой игре разрыв в счете всего-навсего 6 очков. Я думаю, он прекрасно понимает, что такая классная команда, как тебе, может легко эти 6 очков отыграть буквально за 10-12 секунд. Причем Александр Попшев, что делает? Хороший подбор от Константина Нефа, но Неф тоже не точен. Быстрая атака сейчас от команды Барса Трау. Гаррет Джарвис сам прорывается под кольцо. И 2 очка, третий номер. Команда, которая сегодня в темных футболках выступает, зарабатывает. Гаррет Джарвис. 35-27 становится счет. Шакир Смит сам решил пройти. Не удалось заблокировать этот бросок Гаррету. Грегу Джамаури, прошу прощения. Высоченный парень. Выпрыгивал, выставлял руку, но мастерство Шакира Смита не позволило заблокировать этот бросок. 2 очка набирает команда к тебе. Богдан Рабчинюк хотел отдать мяч на Грега Джамаури. Неудачно, и кажется, что это был толчок в спину. Толкали все-таки Джая Уильямса. Нарушение правил. Тайм-аут. Вперед команда Барса Атырау.
Рамазан Самсин фалил на Джай Уильямсе по возвращению с тайм-аута. Джай проведет штрафной бросок. И слышим, мы возвращаются в игру. Болельщики команды Барса Терау заводят трибуны. 4 очка разница сохраняется немного после прошлой нашей сверки. Команда Актюбе смогла подправить ситуацию всего-навсего на 2 пункта. Тем временем местный маскот развлекает публику. Такие крутит кульбиты. Кто это, парень или девушка, не знаю. Да, по всей видимости, парень, девушка навряд ли бы смогла так поднять мужчину, покружить, закружить танцы. Хорошая атмосфера здесь, вот и раунд на трибунах. Действительно, довольно весело, интересно. Видимо, группу поддержки Hellcats от Рау, им большой привет. Они тоже создают хорошее впечатление, хорошую атмосферу. И действительно, праздник баскетбола настоящий сегодня в городе Атырау. Но настроение хорошее, еще бы. Вчера команда одержала победу. Сегодня также пока что лидирует в счете за 2 минуты до окончания первой половины встречи. Почему бы не веселиться и вот так не кружиться в танце с местным маскотом. Вижу, друзья, ваши комментарии. Болельщики у Барсов топ. Ну да, здесь я с вами соглашусь. Но также от себя еще добавлю, что у Актюбе тоже хорошие болельщики. В особенности те, кто оставляет комментарии в Ютубе. Здесь, на нашей трансляции сегодня. Им большой-большой привет. 35-32. Еще удается забить команде Барса Атырау. Неудачно ввел сейчас мяч в игру Акылбек Уралбеков, дав возможность перехватить мяч и набрать 2 очка Василию Петришинцу. Богдан Обченюк. Не могут они на всей площадке с Грегом Джамаури разойтись. Но все-таки решает подключить третий номер Гаррета Джарвиса, который сам идет вперед и со средней дистанции зарабатывает 2 очка для своей команды. 37-34 счет. Шакир Смит снова. Точное попадание. Ну, вчера, друзья, я также говорил о том, что Шакир Смит очень здорово выглядит в игре. Но по итогу матча лучшим игроком был признан Константин Нев. Посмотрим, как будет сегодня. Во всяком случае, Константин пока что не так ярко выглядит, как Шакир Смит. Но, друзья, насколько бы не был американский паспорт у Шакира Смита, все мы люди, все мы имеем функцию такую, как усталость. И я думаю, что Шакир Смит как бы хорошо не играл, но на весь матч этого парня может и не хватить, при всем уважении к этому игроку. И вот тогда в игру вступит Константин Нев. Ну, не знаю, такую ли тактику Арсен Телио на этот матч запланировал. Не думаю, что так просто я, человек, который мало разбирается в баскетболе, смог раскусить задумки и планы главного тренера команды Актюбе. Не думаю я, что все так просто. А вот уже актюбинцы вышли вперед. 37-38. Вот теперь уже Барс Матерау нужно отыгрываться и что-то изобретать. 30 секунд до завершения второй четверти, до завершения первой половины нашей встречи с мячом. Грег Джамаури распасовывает с Гарретом Джарвисом. Сейчас Джарвису нужно что-то изобретать. Неужели это будет дальний бросок? Нет, снова Акылбек Уралбеков ошибается. В этот раз при передаче мяч переходит команде Актюбе. И я думаю, что до последнего сейчас команда Актюбе будет держать мяч, чтобы не осталось ни единого шанса у команды Барса Атырау провести ответную атаку. 3 секунды до завершения второй четверти. И сейчас Шакир Смит будет исполнять штрафную серию.
3 секунды остается. И похоже, что команда к тебе пойдет на большой перерыв в ранге лидера нашего матча. Вот так! Кто бы мог подумать после того, как я говорил, что Барса Терао вышли вперед, после того, как Барса Терао лидирует, выиграли в прошлом матче. А вот нет, Шакир Смит готов с этим поспорить. Я думаю, что все болельщики команды к тебе также готовы с этим поспорить. И вот уже на 3 очка команда к тебе, команда гостей, сейчас опережает команду Барса Терао. Удастся ли... Нет, не удается забросить мяч в корзину. Так и остается счет 40-37. Актюбе впереди, обыгрывает Барса Терау. Уходим на большой перерыв. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Давай, поехали, твой бросок. Хорошая попытка, увы, не точно. Давай, участник под номером 2. Также не точно. Третий участник. Но это было близко, очень близко. Никаких замен производить мы не будем. Я вижу, что многие болельщики пытаются сейчас внедриться в игру. Но нет. Давай, давай, мы за тебя болеем. О, как близко это было. Я напоминаю, что по результатам этих бросков мы определим одного игрока, который вылетит. Эх. Давай, давай. Не точно. Еще один бросок. Есть попадание. Есть у нас первый финалист. Давайте, друзья, между вами теперь будем решать, кто же из вас окажется в финале. Хороший бросок, не точно. Давай. Ну что, давайте теперь перейдем на штрафную. Теперь бросаем со штрафной, чтобы это было быстрее. А, видимо, устали руки после такого количества бросков. Есть попадание. Ну что, последний бросок, давай. Может быть, тебе повезет.
Нет, не повезло. Увы, с одним из участников мы прощаемся. Говорим ему большое спасибо. Но у нас остались два участника. И прямо сейчас мы определим, кто же из них будет победителем. Кто получит первый приз, кто второй. Делать нужно, я думаю, вы прекрасно знаете этот конкурс. Покуда звучит музыка, вводим мяч вокруг стула. Вводим мяч. Затем, когда музыка заканчивается, вы отправляетесь к тому кольцо, которое будет ближе к вам в этот момент. Забрасывайте. Неважно с какой попытки, неважно как. Главное попасть в кольцо. Берете мяч и поскорее бежите сюда, занимаете место на этом троне. И кто будет первым, тот и получит главный подарок от баскетбольного клуба «Барса Терау». Да, конечно. Забиваем как угодно, неважно с какой попытки. Ну что, готовы участники? Дайте нам музыки! Болельщики, давайте активнее, поддержим, ребят! Закончилась музыка. Скорее. Решили ребята на одно кольцо. Кто же будет первым? Кто забьет мяч в корзину? Давай скорее обратно. Ай-яй-яй. Барсик украл стул. Но есть. Ну что, друзья. К сожалению. Давайте все-таки будем честными. За первое место футболку подарим вот этому парню. Он первый забил. Если бы не наш Барсик-проказник, он бы успел первым на стул. Тебе, тем не менее, достается вот эта классная кепка. Давайте на память, друзья, сфотографируемся. Внимание, все на этот фотоаппарат. Сфотографируйтесь с нашим маскотом. Говорим вам большое спасибо. Команда уже готова немного размяться. Я еще раз попрошу болельщиков покинуть пределы игровой площадки. Ну и прямо сейчас пригласить на этот паркет группу поддержки команды «Барса Атырау». Под ваши аплодисменты «Hellcats Атырау».
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Возобновляется игра на Айрум-арене в городе Атырау, где команда Барса Атырау играет против команды Актюбе. И после первой половины встречи в начале третьей четверти команда Актюбе лидирует со счетом 40-37. Сейчас была возможность у команды из Актюбе свое лидерство упрочить, но нарвались атакующие на фол. И сейчас
два штрафных броска. Василий Петришинец будет проводить направление кольца Барса Терау. Первое попадание есть. Будет ли еще одно? Есть еще одно попадание. Но, друзья, давайте по возвращении в игру во второй половине пробежимся быстренько по составам команд. Если вдруг вы уже успели позабыть, то команда Актюбе выступает вот в каком составе. Первый номер Джай Уильямс, пятый номер Константин Нев, седьмой номер Байназар Амаров, десятый номер Борис Насмудинов, одиннадцатый Кайрат Утиген, двадцатый номер Василий Петришинец, 21-й Никита Лытых, 24-й Александр Папшев, 29-й Сергей Браматенков, 35-й номер Марат Дильхан и 55-й номер Шакир Смит. Во главе этой команды стоит Арсен Тельвов, главный тренер клуба «Актюбе». Команда «Барса Терау» сегодня выступает вот в каком составе. Номер 0 – Акылбек Уралбеков, номер 2 – Марат Абад, номер 3 – Гар Джарвис, номер 8 – Владимир Иванов, номер 11 – Грег Джамаури, номер 13 – Рахат Таукен, номер 14 – Ванты Хендрикс, номер 34 – Махамбет Казимов, номер 55 – Богдан Рабченюк, номер 74 – Мирей Уапов, номер 77 – Рамазан Самсин, 95 – Тимур Тангиев, главный тренер Тигран Бекчан, ассистирует ему Александр Лысяк. Вот, друзья, в таких составах сегодня играют команды. И сейчас по-прежнему счет хоть и изменился, но все еще в пользу команды, которая сегодня играет в светлом. Это команда Актюбе. Команда в темном, как вы догадались, команда Барса Терау. Большое спасибо, друзья, вам за вашу активность в комментариях на Ютубе. Побольше бы комментариев хотелось увидеть, поэтому, друзья, обязательно напишите, кто, по-вашему, сегодня будет победителем. Команда Барса Терау, либо же команда Актюбе. Махамбет Казимов сейчас передавал на Тимура Тангиева с дальней дистанции. Хороший бросок. Ванты Хендрикс. 3 очка для команды Барса Терау. Выводит клуб в зеленой форме вперед. Но пока что только на один пункт. Шакир Смит. Видимо, что активный прессинг сейчас включает команда Актюбе. Это приносит свои плоды. Джай Уильямс зарабатывает 2 очка. Начинаются вновь баскетбольный маятник, баскетбольные качели, когда то одна команда впереди, то другая. И чем окончатся эти качели, я думаю, что мы совсем скоро узнаем. Нам нужно только ошибиться какой-либо команде для того, чтобы другая смогла завладеть инициативой и выйти вперед. Замену сейчас будут проводить команды. Давайте посмотрим, кто будет покидать площадку, кто будет выходить на замену. Появился Владимир Иванов и ушел Махамбет Казимов. Богдан Рабченюк с мячом. Его команда отстает на 1 очко. Владимир Иванов пасует на Грега Джамаури. Грег Джамаури на Тимура Тангиева. До Богдана Рабченюка мяч не доходит благодаря усилиям Сергея Барматенкова. Богдан Рабченюк вбрасывание на Грега Джамаури. Мяч вновь возвращается к Богдану. Что будет делать Богдан? Хотел накрутить опытного Сергея Барматенкова. Ему это не удалось. Поднимает сейчас Богдан с площадки, но мяч, тем не менее, переходит к команде Актюбе. Нев на Шакира Смита. Был свисток судьи. Свисток судьи оповестил нас о том, что это был фол в атаке, насколько я понимаю. Да, фолил Василий Петришинец. Уже ввели мяч в игру игроки команды Барса Терау. Снова Богдан Рабченюк пытается бороться с Константином Нефом. Отдает пасы. Активная перепасовка. Дальний бросок Тимур Тангиев. Не точно. На подборе срабатывает Константин. Что будет делать? Пока что хороших вариантов не нашлось. Но здорово Василий Петришинец открылся. Получил мяч и заработал 3 очка для своей команды.
Продолжается борьба, повисло молчание на трибунах. Еще бы, сейчас что-то непонятное, невнятное происходит с командой Барса Терал. Позволили они себе отпустить соперника вперед на 4 очка. И сейчас у Ванты Хендрикса есть возможность сократить это отставание. Он ей пользуется пока что, зарабатывая 1 очко для своей команды. Будет ли второе попадание? Есть бросок, но нет. Попадание в корзину. Мяч не провалился. Мяч теперь у Актюбей. Ой-ой-ой, как неудачно сейчас. Джай Уильямс бросал, казалось бы, уже из 100% положения, но мяч предательски в корзину не попал. Обратите внимание, друзья, как много стало силовой борьбы сейчас на нашей площадке. Команда Актюбей играет довольно... Я даже не знаю, какой эпитет подобрать в этой ситуации. Довольно жестко играет команда Актюбей в сравнении с первой половиной нашей встречи. Видно, что по акцентированию у них стали действия в защите. Видно, что при атаке довольно крепкие блоки ставит эта команда. Но Владимиру Иванову никакая защита нипочем. Вот так двух защитников он перепрыгнул и отправил мяч точно в корзину. Но этого недостаточно. Барса Трау по-прежнему проигрывает. Шакир Смит. Хороший сейчас пас на Сергея Барматенкова. Ну, Сергей с дальней дистанции не смог кольцо поразить. Снова Владимир Иванов, казалось бы, поборется под кольцом, но нет, не стал бороться. Хороший перевод. Марат Абад. Не видели мы этого парня в первой половине встреч, но вот сейчас он отличается тем, что выводит свою команду вперед. 48-47. Ну, одно очко ничего не значит. Я думаю, что при противостоянии таких классных команд, как Барса Атрау, команда Актюбей, при противостоянии таких классных команд, я думаю, что даже там 6, а то и 10 очков, ну, в зависимости от того, сколько остается времени у команд, значения не имеет. Есть классные игроки, как с одной, так и с другой стороны, которые могут набросать за буквально 30 секунд 10 очков. Это вполне возможно, если это позволяет сделать защита противоборствующей команды. Шакир Смит сравнивает счет. Посмотрим, будет ли еще одно попадание. Продолжается борьба. Идет вперед команда Актюбей. Сергей Барматенко, Джай Уильямс. На подборе здорово сработал Грег Джамаури. Марат Абад. Снова Грег. Что будет делать? Со второй попытки отправляет мяч в корзину. Но это уже было сделано после свистка. И сейчас штрафные броски будет исполнять команда Барса Терал. Первый не точно бросает Грег. Подбадривает его Владимир Иванов в надежде, что со второй попытки Грег удастся сравнять счет. Сейчас Барс отстает на 1 очко. Удается
играет Джамаури. Сейчас счет сравнять, посмотрим, что будет теперь. Можно сказать, с чистого листа начинается борьба. Но лидерство уже переходило неоднократно из рук в руки. Чем это закончится в этот раз? Сейчас увидим. Хороший дальний бросок. И есть точное попадание. Василий Петришинец 3 очка для своей команды приносит. Марат Абад. Ошибается Марат. Ой, что же это происходит? Удается Константину Нефу наказать за эту ошибку молодого игрока. Команда Барса отыграл всю команду. И счет становится 49-54. Вот то самое лидерство, о котором мы с вами говорили ранее. Что не нужно думать, что та команда, которая сейчас впереди, что та команда, которая в моменте лидирует, сможет это лидерство удержать. Ну, посмотрим, как сейчас поменяется игра после этого тайм-аута для команды Барса Терау. Наверняка тренерский состав что-то изобретет для того, чтобы выровнять ситуацию. Негоже, конечно, при своих трибунах. Тем более после победы в первом матче проигрывать во втором. Я думаю, прекрасно команда Барса Терау это понимает. Ну и команде Актобе нужно держать в голове тот факт, что победа им также очень и очень важна. Тем более победа на выезде, тем более над командой Барса Терау. Хочется взять реванш клубу из Актобе. Начинается атака. Гарри Джарвис. Не хватало этого парня на площадке. Ванте Хендрикс. Вот так, благодаря американским легионерам, команда Барса Терау сокращает разрыв в счете. Посмотрим, как будет это дальше. Удастся ли защищаться. Ух, такой же хороший дальний бросок от американского легионера. Теперь уже со стороны клуба Актобе. Шакир Смит пытал счастье, оказался неточным. Теперь перепасовка Бориса Насмудинова и Константина Нефа. Сам Борис решает бросать. В кольцо не попадает. На подборе срабатывает Мохамбет Казимов. Передача следует на Гаррета Джарвис. Джарвис на Казимова. Дальний бросок. Ох, прошу прощения. Нет, это не Мохамбет Казимов. Это Тимур Тангиев, 95-й номер. Сравнял счет. Ну, теперь мы ждем, что будет предпринимать команда Актобе. Чуть больше 3 минут остается до завершения третьей четверти. Шакир Смит. Хороший пас на Константина. Дальний бросок. Не попадает. Снова мяч отправляется к Шакиру Смиту. Снова дальний бросок. Видимо, тактику дальних бросков для того, чтобы набрать максимум очков, команда Актобе предпринимает. Но трижды пыталась, и трижды оказались не у дел игроки актюбинской команды. Сейчас на контратаке пыталась команда Барса Терау сработать. Не удалось забросить мяч в корзину Гарту Джарвису. Но, тем не менее, мяч у команды Барса Терау сохраняется, потому что палили на Гарте. Палил Василий Петришинец. И сейчас Гаррет Джарвис 2 броска проведет. Вижу, друзья, ваши комментарии. Это же был Борис, а не Константин. Не знаю, о каком моменте вы говорите. Вполне мог и оговориться в этой суматохе, когда идет атака то на одно кольцо, то на другое. Мог я, конечно, и ошибиться, кого-то не досмотреть, кого-то не увидеть. Заранее прошу прощения. Шакир Смит тем временем атакует. Хороший дальний бросок в исполнении Бориса Насмудинова. Не попадает. И подскользнулся сейчас в атаке Ванте Хендрикс. Просто пал в ноги местным болельщикам, которые находятся на трибунах. Ну вот уже этот эпизод заигран. Продолжается борьба. Константин Нев, дальний бросок. Неудачно. На подборе должен был сработать Ванте Хендрикс. Кажется, что так и было, но был фол. Борис Насмудинов палил
И сейчас Ванды Хендрикс проведет два броска. Команда Барса сейчас на одно очко опережает команду ОКТБ. Если сейчас Ванты будет точен с этих двух раз, тогда преимущество вырастет до 3 очков. И команде ОКТБ надо будет забивать с дальней дистанции. И мы видим, что они активно пытаются в третьей четверти зарабатывать очки из-за 3-очковой дуги. Для того, чтобы заработать максимум. Да, действительно, так и сложилось. Так и произошло. 57-54. Борис. Пас на Шакира Смита. Смитсом. Не попадает. На подборе хорошо сработал снова Борис. Отдал пас и пытался. Сейчас Василий Петришинец, кажется, забросит мяч в корзину. Ему это не удалось. Недоволен чем-то Тигран Гикчан. А Владимир Иванов 8 секунд. Да, не думал, что Владимир может допускать подобного рода ошибки, но да ладно. Продолжается игра. Борис Насмудинов. Василий Петришинец. Снова Борис. Константин. Дальний бросок. Получает по рукам Константина. 3 броска сейчас будет исполнять в кольцо команды Барса Трау. Ну и если Константин будет точным, то тогда команде Барса Трау стоит задуматься. Счет станет равным. Но если верить статистике, то Константин Нев в среднем в 76% случаев забивает с точки. А значит, вполне возможно, что, если верить статистике, опять-таки, один из трех Борис, прошу прощения, Константин промахнется. Есть второе попадание. Ну уже давай, Константин. Покажи, что статистика не всегда права. Да, доказывает Константин своим профессионализмом, что любую статистику можно обойти. Доверять ей особо не стоит. Ведь все зависит от того, как в моменте себя чувствует игрок. А Константин Нев сегодня себя чувствует просто прекрасно. Нервничает заметно Владимир Иванов. Сейчас уже не в первом эпизоде проявляет свои эмоции. Сейчас показалось, что нарушил правила в этом моменте. Но судьи настаивают на том, что мяч покинул предел поля от игрока команды к тебе. Продолжается борьба. Гарри Джарвис. Хороший бросок. 2 очка для команды Барса Тырау. Снова Барсы впереди. Шакир Смит. Теперь атакует Актюбе. Нев Смит. Петришинец. Еще 2 очка. Снова счет равный. Если так дальше пойдет, то всю четвертую четверть нам с вами придется неплохо так поволноваться. Вот так дает выход эмоция Владимир Иванов. Колачивая сверху. Вот так нужно действовать. Вот так действуют настоящие профессионалы. Константин Нев. Хороший дальний бросок. Мы видим, что сегодня что-то не так с Константином. Вчера много очень 3-очковых залетало в его исполнении. Но в этот раз что-то сегодня не идут броски. 61-59. Счет у нас сохраняется. Сейчас Мухамбет Казимов пытал счастье с дальней дистанции. Не попал. И со второй попытки Владимир Иванов уже добивал. Василий Петришинец. 5-я персонально получает. Отправляется на площадку. Вместо него выходит Сергей Барматенков. А Ванты Хендрикс зарабатывает пока что 1 из 2 возможных очков. 61-59.
Шакир Смит идет вперед. Вижу, друзья, ваши комментаторы. Вижу, друзья, ваши комментарии. Привет всем комментаторам. Произнесите, пожалуйста, правильно Актобе через О, не Ю и не У. Прошу прощения, друзья, не всегда могу. Такая эмоциональная игра, не всегда могу следить за твоим языком. Актобе, конечно же, большой привет. Привет комментатору, вам тоже большой-большой пламенный привет. Барса лучше. Вот такие есть комментарии у нас на Ютубе. Актобе. Так и запишем. Подбадривает Владимир Иванов сейчас Ванты Хендрикса после неудачной атаки. Константин Нев. Как казалось, подкручивая вперед, отправлял мяч на Сергея Барматенкова. И на этом время подошло к концу. Третья четверть закончилась. Барса Терау пока что впереди со счетом 63-59. Обыгрывают они клуб Актобе. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Возвращаемся на паркет Айрома Арены в городе Атырау, где местная команда Барсы принимает команду из Актобе. Пока что после трех четвертей команда Барсы обыгрывает гостей, которые сегодня играют в белой форме. 63-59. И вот сейчас у Владимира Иванова, игрока под номером 8 команды Барса Атырау, есть возможность упрочить лидерское положение своей команды. Посмотрим, насколько точным будет Владимир Иванов со своих штрафных. Если верить статистику, в статистике 79% случаев забивает Владимир. Вот видим, что и сейчас тоже Владимир оказался точен. Константин. Александр Павшев появился на площадке. Посмотрим, как он будет выглядеть в заключительной четверти. Смит с мячом. Пас на Константина. Константин наконец-то вернулся к нему. Та удача, которая сопутствовала ему вчера, и вот сейчас тоже начинает зарабатывать очки с дальней дистанции. С возвращением Константин. Столько попыток. И вот, наконец-то, забитый трехочковый. А сейчас атакует команда Барса Атырау. Тимур Тангиев немного заигрался, мяч потерял. Марат Адильхан рвется вперед.
Немного игрового времени получает Марат Дихан. Во всяком случае, во вчерашнем матче мы его видели не так долго. В сегодняшнем матче тоже недолго играл Марат Дихан. По всей видимости, всему виной то, что Марат бывший игрок клуба Барса Терау. И местные игроки прекрасно знают, как себя вести против этого игрока. Ну а сейчас, друзья, я вынужден сделать паузу, потому что судейская бригада направляется сюда ко мне в комментаторскую кабину для того, чтобы разобрать один из моментов. Пока что делаю небольшую паузу, прошу прощения. Я снова с вами, друзья, снова здесь на трансляции. Судейская бригада разобралась в предыдущем эпизоде. По всей видимости, сейчас Тимур Тангиев получит фол. Но решение оставим на совести старшего судьи. А сегодня этим судьей выступает Александр Рулев. Итак, все внимание на судейскую бригаду. Яна Никогасян показывает, что был фол в исполнении Тимура Тангиева. Да, действительно. Это так, наши зрители на Ютубе смело могут перемотать трансляцию и посмотреть, что это действительно так. Марат Адильхан. Бросает. Первый раз не попал. Второй бросок Марат Адильхан. Тоже не точен. Прощает Марат Адильхан свою бывшую команду. Но атака команды Барса Терау продолжается. Смит. Неплохо перепасовывается с Александром Папшем. Дальний бросок. Теперь уже Марат Адильхан не прощает команду Барса Терау. Реабилитируется за свои прошлые два промаха со штрафного, зарабатывая 3 очка. Да, это даже больше, чем требовалось. В атаке Гаррет Джарвис и команда Барса Терау. Ванте Хендрикс. Владимир Иванов, дальний бросок. Мяч не попадает. Ни в кольцо, ни в щит, эрбол. А на подборе срабатывает команда Актюбе. Ух, какая, кажется, жаркая нас ожидает заключительная четверть. Уже нешуточные страсти кипят на площадке. И мы видели, что уже... Судьям приходилось даже смотреть видеоповтор. О чем это говорит? Это говорит о том, что нас, кажется, с вами ждет веселое время. Снова судьи отправляются ко мне сюда в комментаторскую кабину, друзья. Снова делаю паузу, прошу прощения.
Пока что маскот команды Барса Терао развлекает публику как может. Судьи возвращаются после просмотра предыдущего эпизода. И видим, что Джай Уильямс раздосадован подобным решением судейской бригады. Ну, что поделать, видеоповтор не обманешь. Атакует команда Барса Терао. Аванте Хендрикс мячом. Ванте, бросок со средней дистанции, не точно, не попадает. На подборе работает Шакир Смит. Удалось Ванте реабилитироваться, сделать вот такой перехват после собственной неудачи, собственной неточности. Отдает пас на Гаррета Джарвис. Гаррет сам прорывается. Что будет? Свисток судьи мы слышали. Это значит, что Ванте Хендрикс сейчас будет иметь возможность забросить 2 очка корзину противника. Видишь, друзья, ваши комментарии на Ютубе. Болеем за Костю. Вперед, Актобе. За Костю, по всей видимости, речь идет о Константине Нефе. Большой ему привет. Также большой привет всем болельщикам, которые сегодня болеют персонально не только за Константина Нефа, но и за какого-либо другого игрока, о котором я не знаю. Обязательно, друзья, напишите об этом в комментариях. Очень важно знать, за кого персонально на площадке вы болеете, за кем следите с особым пристрастием. Неф с мячом. В этот раз команда Барса Терао ведет себя с этим игроком повнимательнее. Знают они, что закончилась полоса неудач у Константина Нефа, что забрасывал он трехочковый, до этого только пытался, а не забрасывал, а в этот раз его попытки увенчались успехом. Итак, Гаррет Джарвис, Владимир Иванов, Тимур Тангиев, Ванте Хендрикс, Джарвис снова. Бросок со средней дистанции, Гаррет Джарвис не попадает. Тимур Тангиев сейчас палил Александр на Александре Папшеве. Команда к тебе идет вперед. Адильхан, Константин. На подборе Владимир Иванов. Далее Гаррет Джарвис, что будет делать? Ставит заслон Владимир Иванов. Мешает дальний бросок Ванте Хендрикс. Не точно, что же такое. Теперь полоса неудач идет у команды Барса Терао. Но, тем не менее, задел, который они успели сделать до этого, не дает команде Актобе сейчас выйти вперед. Пока что Барса Терао, можно сказать, и делаются малой кровью. Не теряют преимущество. Имеют возможность ошибаться под кольцом соперника. Ну, я думаю, что команда Актобе не даст долго пользоваться этой возможностью. И быстренько все экраны, где атакует команда Барса Терао, перекроет. Богдан Рабчинюк зарабатывает 2 очка. Возможно, прерывая серию неудач своей команды. Хороший дальний бросок Марат Адильхан. Не попадает. Мяч и от кольца покидает предел игровой площадки. Вижу, друзья, ваши сообщения. Богдан Рабчинюк и Владимир Иванов. Есть персональные болельщики этих игроков. Игроков из команды Барса Терао. Вот как раз-таки перепасовка этих двух. Богдан Рабчинюк отдавал пас на Владимира Иванова. Сейчас Ванте Хендрикс с мячом. Что будет делать? Сильный пас на Богдана. И мы слышали свисток судьи. Какие-то знаки на ваших экранах вы видели, только что подавал Владимир Иванов. Что это значит на баскетбольном сленге, на языке баскетбольных знаков? Друзья, не знаю, напишите об этом в комментариях. Очень интересно, что же обозначал этот знак. Наверняка сейчас в завершении этого поединка, когда каждое очко на счету, когда каждый эпизод очень важен, наверняка игроки прибегают к каким-то домашним заготовкам, каким-то хитростям,
И вот очень интересно знать, что же это значило. Ван де Хендрикс тем временем атакует у команды Барса Атырау. Казалось, что будет бросать он с дальней дистанции, но нет, не стал этого делать. Сейчас стучит мячом в ожидании того, что кто-то поставит заслон. Гар Джарвис подходил для того, чтобы это сделать. Тимур Тангиев бросал, но сделал уже после свистка. Мы видели, как судья развел руками. А это значит, что этот бросок защиты не будет. Но мяч, тем не менее, сохранится у команды Барса Атырау. Ведет его Богдан Рапченюк. Сейчас именно он с мячом перепасовывается с Ван Хендриксом. Хороший наброс под кольцо. Там уже борется изо всех сил, как может Ванте. Не получается у него. Мяч в корзину забросить. В отличие от Константина Нефа, который вот так с дальней дистанции 3 очка заработал для своего клуба. Тимур Тангиев. Сейчас нужно максимум внимания как со стороны одной команды, так со стороны другой. Богдан Рапченюк. Эх, как чуть было не перехватил мяч Марат Адильхан. Рвался вперед, рвался на защитников сейчас. Если я правильно рассмотрел Ван де Хендрикс. Встретили его довольно жестко. Но еще бы, на то защита и нужна. Для того, чтобы не дать пройти атакующему игроку. Одно очко зарабатывает Ванте для своей команды. 69-68. Есть еще одно попадание. Барса Атырау на 2 очка пока что выходит вперед. Почему говорю пока что? Потому что мы сегодня с вами уже, друзья, видели, как лидерство переходило из команды, из рук одной команды на руки другой. И вполне вероятно, что вот сейчас, благодаря этому дальнему броску, команда к тебе могла бы выходить вперед, но, как мы знаем, могла не считается. Агар Джарвис! Снова какая-то суматоха, снова борьба. Вот они эмоции. Те самые эмоции, за которые мы любим баскетбол. Гар Джарвис. Шакир Смит. Марат Адильхан передавал сейчас на Константина Нефа. Пас был перехвачен. Снова Шакир Смит с мячом. Продолжается атака. Ох, как закружилась голова, видимо, у Смита. Подскользнулся, мяч потерял. Точно так же в прошлом эпизоде мяч потерял Гар Джарвис. Сейчас был фол на Джай Уильямсе. Посмотрим, как справиться с эмоциями сейчас Джай Уильямс, потому что сейчас очень важно сохранить холодную голову, тем более, когда трибуны вот так пытаются тебя вывести из состояния равновесия. И кажется, что им это удалось. Потому что первый бросок Джай Уильямс промахнулся. Будет ли второе попадание? Есть второе попадание. Ну, хотя бы одно очко, первый номер из этой ситуации выжимает. Тайм-аут берет команда Барса Атырау, а значит, друзья, нас с вами ждет зажигательный танец от группы поддержки Hellcats Атырау.
Возобновляется игра. Гарри Джарвис. Одно очко разделяет команды, и кажется, что эти 3,5 минуты, которые остаются до завершения нашей игры, будут максимально горячими. Посмотрим. Хороший дальний бросок Богдан Рабчинюк. 3 очка зарабатывает для своей команды. Ну и, друзья, покуда осталось 3 минуты до завершения нашей игры, я напомню всем тем, кто присутствует сейчас на трансляции, о том, что сразу же по завершению нашей основной трансляции, по завершении матча, мы с вами проведем пресс-подход. Попросим дать комментарии тренера из Актобе и попросим дать комментарий тренера команды Барса Терао. Так что, друзья, если вдруг у вас есть вопросы к одному из тренеров, возможно, если есть вопросы к ним, к двум, обязательно напишите об этом в комментариях в нашем чате, и я эти вопросы обязательно задам. Еще один тайм-аут. В этот раз команда Актобе берет тайм-аут для того, чтобы решить, что же им делать в эти заключительные 2,5 минуты. Но, друзья, повторюсь, если вдруг вы не расслышали сразу же по окончании нашей трансляции, никуда не переходите, не закрывайте трансляцию, потому что мы пригласим тренера команды Актобе Арсена Тельвова и тренера команды Барса Терао Тиграна Гикчана дать комментарий касательно этих игр, этих двух игр. И если вдруг у вас есть вопросы, напишите их в комментариях, и я постараюсь эти вопросы задать. Если они, конечно, будут интересными и адекватными. Ну что, возвращается команда Актобе уже на площадку, а команда Барса Терао еще совещается. Ну, посмотрим, как сложится дальнейшая судьба этого матча. Не возьмусь я даже сейчас прогнозировать, кто будет победителем. Помнится мне матч этих команд, когда команда Актобе проигрывала целый матч, а потом под занавес вышла в лидеры и в итоге оказалась победителем, обыгрывая команду Барса Терао всего-навсего на 1 очко. Случилось на последних секундах. Конечно, всегда очень обидно командам проигрывать подобного рода матчи. Я думаю, Барса Терао тот момент было очень неприятно, и я думаю, что они сделают все возможное для того, чтобы этого не допустить. Гарри Джарвис. Видно, что Гаррет довольно опытный игрок и пытается сейчас вывести команду на эмоции. Пытается, ну, не скажу, не назову я это, тянуть время, но держит игроков на дистанции, пытается выманить защитников. Такие маленькие баскетбольные хитрости. Я думаю, опытные игроки и опытные болельщики баскетбола, которые присутствуют на нашей трансляции, наверняка об этих хитростях знают, и им приятно наблюдать за игрой настоящих профессионалов. Шакир Смит. Хороший дальний бросок. Есть точное попадание. Павшев Александр. 3 очка. Выводит команду к тебе вперед. Вот теперь уже нужно что-то думать команде Барса Терао. Вот это да. Вот то, о чем я с вами, друзья, мы с вами что и обсуждали. Нет никакой уверенности в том, что одна или другая команда окажется победителем в этом матче. Вот так один дальний бросок может решить судьбу лидерства. И тут уже сколько останется времени у команд. Есть попадание. Гарри Джарвис теперь выводит свою команду вперед на радость местной публики. Слышим мы, что трибуны также завелись. Трибуны также реагируют довольно громко. И неужели еще один дальний бросок? Неужели еще одно дальнее попадание? Нет, в этот раз не точен, оказывается, Александр Папшев. 1 минута остается до завершения
нашего матча. Шакир Смит сам идет вперед. Ни в коем случае нельзя фолить команде Барса Тырау. Забивает Смит. Команда к тебе впереди на одно очко. И сейчас тайм-аут берет команда Барса Тырау. Одна минута остается до завершения нашего матча. Команда к тебе впереди. 75-76. Вот это да. Вот это накал, вот это эмоции. Ну а пока, друзья, пользуюсь паузой, я еще раз напомню всем нашим зрителям, что сразу же по окончании нашей трансляции по окончании нашего матча мы не прерываем трансляцию. Я попытаюсь поговорить с тренерами двух команд. И поэтому, если вдруг у вас есть вопросы либо к одному, либо к другому тренеру, то обязательно, друзья, задавайте свои вопросы в комментариях. Если они мне покажутся интересными, обязательно спрошу, и ваш вопрос прозвучит в прямом эфире. И я думаю, что тренеры никуда не денутся, им придется дать ответ на ваш вопрос. Вернулась команда Барса Атырау на площадку. Также вернулась команда Актобе. И уже готовятся Барсы разыгрывать мяч. Гар Джарвис. 50 секунд остается. Аванте Хендрикс. Снова Джарвис. Мы видим сейчас, какая плотная оборона у команды Актобе. Сейчас ни одна, ни другая команда не хочет фалить. Мы видим, что дают защитники играть под кольцом. Но сейчас немного не везет команде Барса Тырау. Актобе мяч перехватывает. Шакир Смит. 20 секунд. Актобе лидирует. Что будет делать Шакир Смит? Максимально тянет время для того, чтобы в случае повторной атаки у команды Барсы не было возможности провести атаку. Но вот последние секунды нашего матча. Пан или пропал? Что будет делать команда Барса Тырау? Бросает. Гаррет Джарвис не попадает в кольцо. И кажется, на этом все. Звучит свисток судьи. Финальный свисток оповещает нас о том, что команда Актобе обыгрывает команду Барса Тырау. Берет таки реванш за вчерашнее поражение и выигрывает со счетом 76-75. Друзья, вот это матч, вот это накал страстей. Ни в коем случае не отключайте трансляцию, потому что сейчас я отправлюсь для того, чтобы поговорить с главными тренерами. Вниз в зал. И, друзья, посмотрим, что же тренеры думают о сегодняшней встрече. Пока что не выключайте трансляцию. Совсем скоро вернемся.
Итак, друзья, всем привет. Мы сейчас находимся здесь, в городе Атырау. Матч Барса-Атырау против команды Актобе подошел к концу. Рядом со мной капитан команды Актобе Сергей Барматенков. К сожалению, главный тренер Арсен Телюов потерял голос, поэтому мы спросим у Сергея, как вам сегодняшний поединок, какие эмоции после этих двух матчей? Ну, с командой Атырау мы каждый год хорошая борьба, очко в очко. Не было всегда никакой большой разницы. Всегда играли очко в очко. Но в этом сезоне, получается, мы сыграли с ними 4 матча. Мы дома также одну проиграли, одну выиграли. И здесь также зеркально. То есть 2-2 у нас по сезону. Ну скажите, а в чем причина? Вчера команда ваша проиграла, сегодня оказалась победителем. Какая разница была в этих двух играх? И что явилось полагающим фактором того, что сегодня вы одержали победу? Сегодня, мне кажется, мы больше агрессивнее играли в защите. Мы были очень агрессивно играли и были настроены, так как хотели взять реванш. Для нас это очень важная победа. Нам надо подниматься на 3-е место, и для нас это было очень важно. Ну, мы желаем вам победы в будущих матчах. Большое спасибо за комментарий. Еще раз с победой. Спасибо. До свидания. Перед вами сейчас главный тренер баскетбольного клуба «Барса» Атырау Тигран Гикчан. Давайте спросим у него, какие эмоции он испытывает после этих двух поединков. Ну, когда хорошая игра, конечно, нормальные эмоции. Даже если проиграли, то проиграли из-за своих ошибок, а не из-за того, что они лучше или не лучше. Просто мы уже который раз не научились выигрывать игры. Нам очень трудно выигрывать. В прошлом поединке на выезде против команды Актобе была аналогичная ситуация. Один матч наша команда выиграла, другой матч проиграла. Сегодня случилось то же самое. Вы, как тренер, лучше знаете положение вещей в баскетболе. С чем это может быть связано? В этой лиге очень трудно, чтобы твои легионеры играли две игры подряд на очень хорошем уровне. Двое или трое. Всегда первая игра, скажем, они забили 60 очков, а в этой игре уже намного меньше. Мы забили там 40, местные уже поменьше. Это все зависит от наших местных игроков. Как они проявят защиту и нападение, тогда и будет хороший или плохой результат. Но в основном это не от легионеров, это от местных. Если мы будем играть две игры подряд, то всегда должны быть взаимозаменяющие игроки, которые, скажем, плохо сыграли в первой, должны играть во второй получше. А легионеры, если кто-то там похуже сыграет, должен играть получше. Но просто у нас организация пошла не так. Мы не смогли забить трехочковые. Они паковали зону, и трудно нам было побежать, потому что нормально мы не отзащищались. У нас проблемы до сих пор с защитой, поэтому было трудно. Они очень хорошо попали. Просто мы безобразно проиграли подбор. 13 подборов в нападении для особенно такой команды, которая не очень рослая, не очень атлетичная. И они забрали 13 подборов. Это
ты не выиграешь игру, если соперник подбирает 10 подборов нападения, а здесь 13. Ну, я думаю, здесь комментарии излишни. Большое спасибо вам за подаренные эмоции. Большое спасибо вашей команде. Надеемся, в будущем вам повезет больше. Ну, хочу поздравить, конечно, кто бы, хотя играли без Шакировой, но нормально сыграли. Ну, очень хорошую игру выдали им. Поздравляю. Тоже большое спасибо. Это был Тигран Гикчан. Ну а я, друзья, вынужден с вами попрощаться. Мы завершаем нашу трансляцию. Еще раз скажу большое спасибо всем тем, кто оставлял комментарии, всем тем, кто ставил лайки на нашем видео. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами вновь здесь, в Атырау. Меня зовут Кирилл Горячко. Любите маму и мойте руки с мылом. Болейте только баскетболом. Пока-пока. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Зенді қақ кез тегізбей тұру, көмек керек десе шықру, адам болғасын шек бүгем тұлу, шеңіз күтпес, есебін білесің.